Всем, кто смотрит наш канал, здравствуйте. В этом коротком сюжете я попытаюсь вкратце рассказать о третьем ночном турнире по ловле поплавочной снастью, который состоялся в ночь с 18 19 июля на водоеме Монфорт возле города Маалот. Данный клип представляет из себя сборку фото и видеофрагментов, заснятых во время соревнований. Возможность провести данное соревнование появилась благодаря Оферу Акива, новому начальнику парка, за что ему огромное спасибо. Организатором турнира выступил клуб «Исрафиш». В его подготовке участвовала Майя Волынская и я, Андрей Мазлин. Саша Жерняков, он же Кеша, помог с заставкой кубковой медали. В судейской бригаде работали Сережа Гусевич, Оксана Косарев и Зельманович Алекс. Турнир длился 10 часов. Спонсорами турнира выступили Игорь Сандлер и его фирма по производству прикормок, Ника и Саша Панькин, владелец магазина по продаже компьютерной техники «Альпан». Огромное им спасибо от имени всех участников, а также и судей. Приятного просмотра!